Давайте послушаем новую песню «Торта на тарелке». Торт на тарелке. Ну, ты хорошо очень сыграл. Где-то на 20%, чем в прошлый раз. Откуда они вообще берутся? Это выходит из панконтроля. Да. Но я должна была собрать много лайков. Я руководила командой. Книга, ты за меня покрутишь? Конечно! Эй, она такая пушистая! Прекратите! Даже тот голос, как у тебя, Пуфик! Не называй меня Пуфиком, но я не могу тебя шлепать, потому что я хорошая. Нет, ты не можешь меня шлепать, потому что у тебя нет рук. Ну и ладно. Теннис не мяч остается с 55 дизлайками. Да. Моя хозяйка тоже остается с 59. Также остается Бомби, Иголка, Льдинка, Камень, Книга, Желатин и Огонь. Одна половина остается, а другая нет. Ну, я знаю, что я проиграю. Никель не прав. Также остается Губка, даже если он мертв. О нет, Союз! Один из нас все еще не в безопасности! Карандаш, ты переувеличиваешь. Твой Союз тоже остается. Еще остались МДГ и Желтое Лицо. Наконец-то! Дора, ты исключена и отправляешься в КМЛ. Эй, Иголка, если ты не поменяешься, то я назову тебя Иглой. Три раза. Подряд. Да ладно, ребята, вы эти несерьезно. Фри, твои картофели на вкус как будто не с прошлого года. Они так с прошлого года! Покрутите колесо, чтобы выбрать следующее испытание. Все команды, пожалуйста, распределяйтесь по стеклянным коробкам. Руби, Спичка, Карандаш, почему вы не заходите? Ну, мы, так сказать, освобождены от этого испытания. Вы не можете это сделать. Все сокоманд... Шш, все нормально. Та команда, которая убьет всех жуков, победит. Вперед! Не мучайтесь, ребята, я могу их сжечь. Что происходит? Эти жуки огнеупорные. Желтогрожа, хватит бездельничать, у тебя еще много работы. Союз, я должен кое-что вам сказать. Так и знала. Ты тоже, Спичка? Да, я как бы тоже это знала. Все же давай. Ну, я раньше вела себя очень странно, потому что если пузырь вернется в жизнь, то я буду исключена из Союза. Это не так, Руби. Мы будем вчетвером в этом союзе. О, правда? Тогда ладно. Что ж, пора вернуть пузыря к жизни. Что они, как учебники? Не, самоучка. Что ж, пузырь, хорошо вернуться? Да, ну, а это кто? Она не в нашем союзе. Так-то лучше. Видите, я знал это! Пузырь, Руби теперь в нашем союзе. Но мы не можем быть в четвером союзе. Ну, почему нет? Следуя одному правилу книги о софетах Бзом, если в союзе будет 4 или больше, то союз будет самым большим. Что это значит, Пузырь? Это значит, что мы разделимся и будем друг с другом враждовать. Слушай, эта книга уже миллиард лет. А эту книгу писал Месси Гольфа, который ведет себя, как будто она самая главная. Что она вообще знает? Ее выбили восьмой. Может, ты и права. Возвращайся, Рубин. Что? Что сейчас было? Это мы так извиняемся. Что, я все еще в союзе? Конечно. Эй, ребята, можно мне тоже быть в вашем союзе? А, мне тоже. Вы можете быть заместителями. Ладно, было бы интересно, если бы половину команды убили. Да! О нет, каплю отравили! О нет!
Камень, если ты бы читал книгу о софетах Безум, то не поедал бы отряленных участников. А? Вау, медля гольфа, ты выглядишь как мини-я. Стоп, давайте с помощью бомбы взорвем этих жуков. Да, об этом я и подумал. Огонь, поджечь бомбе. Окей. О нет, огонь-то поджег молодец. О нет. Монету тоже убили. Теперь остались только мы вдвоем, игла. Не называй меня. И команда Безумины победила. А это что? Победный жетон? Пузырь, берегись расходов, игла. А? Ты знаешь, пузырь, это твой также. Бомби, фей, камень, монета, капли, медаги и желтое лицо. Ты хорош, обжиг. Дело уже в центре восстановления. Ну я не могу просто взять и построить один. Оцените в роликах участников команды Кеут Банда. Воу-воу, приятель, давай тебя успокоим. Теперь мы сможем расписаться на твоей спине. Эх, красота.